поскольку мы компания глобальная, мы публичная компания, и фронтлайн, так называемый, это очень важно. То есть наши клиенты — это и водители, и пассажиры, и люди, которые заказывают еду, и люди, которые пользуются велосипедами и скутерами. Соответственно, все-все-все эти люди — это наши клиенты, поэтому так называемый фронтлайн очень важен в стратегии. Это автоматизация, абсолютно точно, self-service, так называемый, потому что современным пользователям им выгодно тратить как бы меньше времени на взаимодействие с компанией, им хочется быстро решать проблемы самостоятельно. Соответственно, если это возможно сделать через приложение или технологию, они это делают. Я бы сказал, что процентов на 80 заменят. Я думаю, что в течение ближайших 5-10 лет. Я думаю, что в любом случае останется вот эти 20%, это будет все равно человеческое взаимодействие в силу разных сложных случаев и кейсов, когда нужен именно человеческий интеллект. Но в большей степени, то есть 80-20, это будет автоматизация в течение 5-7-10 лет. Мы сейчас очень активно инвестируем в автоматизацию. На сегодняшний день у нас, ну скажем так, примерно в зависимости от рынка, треть или на некоторых рынках до половины всех операций уже автоматизированы. Соответственно, пользователь может сделать какую-то, решить свою проблему через приложение или через какой-то специальный тул. Соответственно, мы хотим в ближайшие годы увеличить долю там, до 60-80% всех-всех-всех транзакций с пользователями автоматизированных.